Период, когда женщина вынашивает своего ребенка, время необычайно чудесное, но в то же время ответственное. Почему же так важно быть во время беременности спокойной, психологически и эмоционально устойчивой? Во время беременности изменения происходят не только в теле, но и эмоционально женщина становится иной. Давно известно, что внутреннее состояние матери оказывает влияние на развитие плода. То, что чувствует мама, что она переживает, все напрямую отражается на малыше, будучи еще в животе матери. Как маме, вот, которая только будет мамой, как готовиться? Есть такая народная мудрость, говорят, мы есть то, что мы едим, и то, что мы думаем. То есть очень важно, готовясь стать мамой, уже думать о том, чтобы питание было здоровым. Вот просто здоровая еда должна быть. Сейчас очень модно у молодежи фастфуд, да, какие-то, может быть, там такие неполезные продукты, которые быстрое питание, и как-то эта пища, она нездоровая. Надо бы думать о том, что вот все, что мама ест, это уже закладка идет органов и систем организма. Поэтому фрукты, овощи, конечно, исключение курения, алкоголя, это само собой, потому что нам может казаться, что ну что такого, вон и там девушка курит, и там курит, и ничего. Нет, ребята, не ничего. Как раз потом и получаются вот такие проблемы, что неожиданно обнаруживается, что рождаются дети с проблемами. Откуда? Вроде бы в роду все в порядке, да, наследственных проблем не было, но вот накапливается вот этот эффект. Алкоголь или курение, они приводят к негативным последствиям. Даже есть такая история, когда, это прямо из моего окружения рассказанное, когда женщина курила и ну, не смогла себе отказать в курении, во время беременности она продолжала курить. И когда родился ребенок, она сильно не распространялась, но в ближнем кругу рассказала, говорит, мне было страшно, когда он родился, и он же привык, ребенок получает дозу никотина внутриутробно, да? И вот он родился, мама продолжает курить, а ребенок не получает через кровь больше никотин. И у него сразу после рождения начались судороги. И врачи сказали, что это вот как раз как ломка наркомана, когда он не получает свою дозу. Представляете, уже в роддоме у ребенка начинаются вот эти наркотические ломки. То есть он не получает через курение ту дозу никотина, которую он привык получать внутриутробно. Вот это очень страшно. Это надо показывать и рассказывать на самом деле. Поэтому в свое время, когда я работала в университете, рассказывала это студентам. Теперь хочу вот мамам, которые готовятся стать мамами, рассказать, что это действительно очень серьезно. Нужно подумать, что это такая классная миссия. К рождению ребенка нужно готовиться и отказаться от тех вредных привычек заранее, которые потом могут принести вред ребенку. Сегодня современная медицина так развита, что о зарождении новой жизни все известно. Но тем не менее у многих семей не получается зачать ребенка. И вроде бы муж и жена здоровы, а беременность не наступает. И врачи не могут объяснить и определить причины бесплодия. Рождение ребенка – это промысел Бога. И никакая развитая медицина не в состоянии помочь, если нет на это воли Божьей. Для рождения здорового ребенка нужна не только физически, но и в духовном плане здоровая семья. Уравновешенная мама во время беременности – залог здоровья и нормального развития ребенка. Будущая мама обязана заботиться о своем здоровье. 9 месяцев – это тот период, когда женщина должна осознать, что если до беременности она имела вредные привычки и не задумывалась о своем здоровье, то во время вынашивания малыша она отчетливо должна понимать, что здоровье ребенка превыше всяких пристрастий. Как вот переводить свои мысли, да, вот в хорошее русло? Ну, наверное, очень важно, правда, чтобы кто-то был рядом еще из таких мудрых взрослых, мама, бабушка, которая будет вселять мысли, что у тебя все будет хорошо. Так, все, не думай, об этом не думай. У тебя все будет хорошо. Женщине очень нужна поддержка в это время, конечно. Я даже помню такие моменты, когда вот одолевали меня страхи. Моим таким поддерживающим человеком, конечно, была мама, очень мудрая мама. Еще очень важный момент про физическую активность. Вот чтобы родился здоровый ребенок, ты должна двигаться, мне говорила мама. Чтобы женщина продолжала физическую активность обычную, ту жизнь, которую она жила раньше. То есть, например, если это дом с огородом, и вы там что-то делали в огороде, продолжайте. Потому что тело привыкло к движению, и оно вот не нужно ничего резко менять в жизни. Беременность не болезнь.
Это прекрасное божественное состояние, которое нужно продолжать, живи, как жил. И если ты работала в огороде, продолжай работать. Если ты мыла полы, как вот способ, который рекомендовала мне мама, без швабры, лучше мой полы без швабры, потому что это растяжка. Ты будешь мыть, ты будешь растягиваться, да, эти все движения, они полезны, они дают движение телу. Если ты плаваешь, продолжай плавать. Если ходила в бассейн, ходи в бассейн. Если ты плаваешь в реке и любишь это занятие, продолжай плавать. Потому что ученые, интересно, тоже такой момент выявили, что ребенок, представляете, он прям движения совершает, те, которые делает мама. И во время движения в бассейне, когда женщина плывет, ребенок такие же движения повторяет внутриутробно. Представляете, как интересно? И когда мама слушает, например, симфоническую музыку или музыку, которая ей нравится, ребенок ее тоже слышит. И он наслаждается так же, как и мама. Вот этот гормон радости, который циркулирует в крови, он поступает к ребенку. А как уйти от негативных мыслей? От них очень трудно уйти, их надо заменить позитивными. А как? Легче заменить позитивными действиями. То есть нужно делать то, что любишь. Нравится готовить – готовь. Нравится танцевать – танцуй. Но опираясь опять же на слова, что беременность – это не болезнь, это состояние, продолжай жить, как тебе нравится. То есть если тело от этого наслаждается, если гормон радости поступает в кровь, не бойся. Может быть, действительно, прислушивайся просто к себе. Более чуткой надо стать. И где-то, может быть, не такой экстремальной. Например, если раньше я могла зайти там в парилку в температуре 100 градусов, то теперь я прислушиваюсь. Так, нет, давайте без излишеств. Аккуратненько. Очень сложно, особенно во время беременности, сдерживать свои эмоциональные всплески. Возможно, появляются так называемые женские проблемы, касаемо здоровья, беременности и родов. Ведь все это является частью одной большой проблемы – проблемы семьи, его духовного состояния и благополучия. Часто супружеские пары, неосведомленные в вопросах семейной жизни, думают, что рождение ребенка сведет на нет проблемы семейной жизни. Но это далеко не так. Когда рождается ребенок с проблемами, мамы часто говорят, что это врачи виноваты. Это во время родов что-то там не так сделали врачи, поэтому он родился ребенок с проблемами. Я вот хочу больше подвести мам к ответственности. Взять ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка на себя. Очень редко бывает действительно ответственность врача, это правда. Чаще всего, все-таки, даже когда применялись какие-то родовспомогательные средства, есть такие уже статистические данные, да, и даже если подключить логику, то ведь эти родовспомогательные средства применяются тогда, например, щипцы, там, вакуумный насос, ну, то есть приспособления, которые помогают, да, ребенку родиться, тогда, когда мама сама не в состоянии родить. Вот тогда. А когда мама будет в состоянии родить? Когда она все-таки двигалась, занималась нагрузкой какой-то физической, правильно кушала, хорошо вела здоровый образ жизни, то есть и за психикой своим, за состоянием следила, тогда она создает фон, чтобы родился здоровый ребенок. Все-таки это хорошая мысль, когда я призываю мам к ответственности. Это значит, что в наших руках. Мы не зависим от других действий. Мы можем так построить свою жизнь, чтобы ребенок все-таки родился здоровый. Вот в этом я хочу подчеркнуть ответственность женщины. Создать так полностью свою жизнь, чтобы создать все условия для здорового рождения. Беременность само по себе удивительное состояние. В этот период женский организм сам отдает приоритет вынашиванию и рождению ребенка, а остальные функции тела отходят на второй план. Главное – не сопротивляться этому переустройству организма. Женский организм так мудро устроен, что все процессы тела направлены на то, чтобы заботиться о будущем ребенке. Не пытайтесь все успеть, переделать все дела, пока живот не вырос. Отложите все свои нерешенные бытовые вопросы, пусть весь мир подождет. Главная миссия – выносить и родить здорового малыша. Тут нужно включить, вот правда, вот это глобальное осознание, что я сейчас творю ребенка. Надо, вот если что-то делаю не так, тогда надо перестроить свою жизнь. Я сейчас богиня, сейчас от меня очень много зависит. Поэтому это моя ответственность. Хорошо, здорово кушать, есть фрукты, овощи, да? Не переедать, кстати говоря. Очень правильный момент, чтобы женщины не переедали, потому что особенно, ну, какое-то еще переедание возможно в первый триместр беременности, а на последнем уже трех месяцах, когда уже все, ребенок сформировался, больше уже идет набор массы. Ребенок может просто набрать излишний вес. Нормой считается рождение такого ребенка, у которого 3 килограмма плюс-минус полкилограмма. Вот это норма.
И, то есть максимум 3,5, минимум 2,5 килограмма. И тогда ребенок не будет рождаться с патологией, с травмой. А что для этого нужно? Нужно, чтобы женщина не переедала. Есть еще такое очень старинное изречение, что женщина беременна должна есть за двоих. Эта фраза родилась тогда, когда в стране был голод, когда бы шли войны, когда не хватало еды, тогда беременным женщинам давали двойную порцию, как бы в семье или где окружающие понимали, что она же беременна, ей надо дать в два раза больше, потому что в ней еще ребенок, он тоже просит питание. Но сейчас, когда мы живем в век изобилия, и еды достаточно, вот этот момент нужно, чтобы мы осознавали, не перекармливали, потому что вот эти лишние килограммы, когда говорят, родился богатырь, 4 килограмма, 5 килограмм, это патология в плане рождения, это же очень трудно родиться. И вот тут мы можем избежать, опять же, женщина, включая свои мозги, понимает, что ей не нужно переедать, чтобы ребенок родился здоровый. Просто кушать полноценно. Фрукты, овощи, белки. Там, да, ну просто обычная еда. Обычная. Причем, знаете, что хорошо? Именно обычная, национальная, традиционная еда. Опять же, есть такая очень хорошая притча, которая мне нравится. Когда заболел человек, он пришел к мудрецу и говорит, что мне делать? Я не пойму, какое это заболевание у меня. Я даже врачи ему не могут определить. Я теряю силы, у меня нет настроения, у меня ухудшается самочувствие. Что со мной? А мудрец сказал, ешь то, что ел в детстве. Вот. Поэтому очень важно свое питание так сбалансировать, но все-таки, чтобы оно было то, к которому ты привык. Чем тебя кормила мама? Ведь мы часто любим эти продукты, да? Они напоминают нам даже вот материнскую любовь и комфорт, и успокоение душевное. Что вот если я сейчас так поем, со мной все будет хорошо. А мне кажется, вот питание осетинское очень здоровое. Это прямо вот... Это мясо, это очень много овощей, фруктов, это вот эти безмерные прекрасные осетинские пироги, правда, это все настолько вкусно и здорово, ну просто не нужно перебарщивать. Нужно держать себя в хороших рамках, чтобы понимать, родить здорового ребенка не нужно переедать. Чтобы ребенок родился здоровый, он должен быть, ну вот, в тонусе, в том числе и ребенок в тонусе. Ведь для него это тоже процесс, ученые уже доказали, не только женщина рожает, но и ребенок, он проходит вот этот путь рождения, и для него это большое испытание, он должен быть к этому готов. А еще важный момент, заранее, вот когда начинается вот этот процесс, и женщина чувствует схватки, ей нужно понимать, что ей, конечно, может быть самой страшно, да, но в это время нужно поддержать ребенка. Поговорить с ним хотя бы мысленно, сказать, что я с тобой, нам с тобой вдвоим сейчас будет страшно, и ты, пожалуйста, чувствуешь, что мы справимся. Я с тобой. Сейчас все будет хорошо. И есть еще один интересный момент, когда мужчина разговаривает с женщиной, и во время беременности он разговаривает с ребенком, ребенок потом узнает голос папы. Представляете, как это удивительно? То есть рождение здорового ребенка — это такая атмосфера в семье, которая формируется, вот из многих факторов складывается. То есть бережное отношение, но не излишне такое, знаете, гипертрофированное, нет. Здоровая жизнь, здоровое питание, здоровое движение и масса положительных эмоций. Вот над ними нужно прямо работать. Почему, говорят, женщине нужно вот беременной угождать? Потому что она, получая вот эти положительные эмоции, она способствует тому, что через кровь ребенок получает все эти прекрасные гармоничные состояния. Поэтому мы, наверное, слишком увлеклись женщиной вот современной жизни. К сожалению, у нас есть какие-то амбициозные цели или вынужденная ситуация, нужно зарабатывать деньги, какие-то ипотеки. Вот понимаете, мы заняты не тем. Мы находимся в стрессе. Это все приходит к ребенку, потом мы удивляемся, почему статистика растет тревожных детей. Все это уже доказано, что все передается с кровью матери, с молоком матери, а энергетически дети до 7 лет с матерью единый организм. Поэтому, ну вот дети наши учителя, повторяю это беспрестанно, посмотрите на своего ребенка и ради него перестаньте заниматься, но не теми целями жизненными, намного важнее другие вещи, любовь, атмосфера в семье. Я за традиционную семью. Пусть мужчина борется, пусть мужчина ищет средства и возможности, как обеспечить свою семью, как создать жилищные условия. Женщина может любить, расслабляться, создавать условия. Женщина довольно радостно ждет своего любимого мужа, занимается работой той, которая ей нравится, в удовольствии.
Беременность не болезнь, это всего лишь временное состояние, в котором пребывает женщина. И беременности свойственно заканчиваться родами. Главное, с первых же дней настроить мозг на спокойное, уверенное будущее малыша, отгонять от себя дурные мысли. Как говорят психологи, все наши проблемы и сложности находятся в нашей собственной голове. Помните, что ваше состояние, настрой мыслей и действий зависит только от вас. Конечно, находиться постоянно в радостном состоянии практически невозможно, и сложно свести на нет стресс и переживания. Но можно их хотя бы минимизировать. Главное – контролировать свои эмоции. Это ценный навык не только во время беременности, но и в обычной жизни.